Всем привет, с вами Дарья Комет Алекс, и сегодня мы поговорим с вами о таком наборе конструкторе Monster High Puma. Он идет один без тела. Здесь мы видим голову, кисти рук, парик, одежду, хвост, ноги, обувь и там другая часть рук до локтей. Здесь написано, что это Puma, здесь, что это дополнительный комплект, и здесь, что нужно иметь базовый комплект, то есть начальный комплект. И вот указано, что входит голова, парик, руки, ноги, одежда. С этой стороны коробочки ничего тоже особенного, как у обычных Create a Monster. Вот те наборы, которые можно иметь. Можно иметь начальные, еще самые первые, которые вышли там с вервульфом, вампиром, драконом, морским монстром. Вот что можно создавать, имея другие виды конструкторов. Ну и часто спрашивайте о цене. Вот, пожалуйста, это цена в гривнах. Минус 15% у нас в этом магазине. А теперь давайте откроем. Части, и теперь можем посмотреть их поближе. Для начала это вот такой парик черного цвета, волосы коротко стриженные, но как для мальчика, наверное, средней длины. Есть немного геля, надо будет причесать. Голова и все тело полностью он синий. Почему Puma синяя, не знаю. Ну, они решили так. Ушки заостренные. На синем фоне головы идет такая белая разрисовка. На лице под носом имеются черные такие точечки, которые символизируют усики. Синие губы. Тени вы можете увидеть у мальчика. Синие. Ну, носик сделан как у кошки. Здесь черненький. А глаза я бы не сказала, что как у кошки, потому что зрачки обычно круглые. Но так они рыжие такие. И брови такие интересные сделаны. Идем дальше. Мы знаем, что руки только от локтя до кисти. И сама кисть идет в комплект. Ну, эту часть ничего особенного. А вот давайте посмотрим на ручки. Так, одна такая сжатая с коготками, ну, вторая вот такая, два пальчика вместе, те разъединенные, ну и большой палец. Одежда вот такая вот, футболка темно-синего цвета и наклеены такой наклеечка, как порезанная такой ногтями, порвата. Сзади мы видим специальное отверстие для крыльев. Ну, не для Пумы, конечно, но у кого есть желание создать своего монстра, может приделать крылья от каргули. И такие лосины-шорты черного цвета, прошиты голубой ниткой. Хвост закрученный. Ноги. Стопы, мы видим, сгинаются. И кроссовки. Красивые кроссовки черного цвета с синими вставками, синими шнурками, носком и подошвой. Для создания этого монстра мы возьмем тело от гаргульи, потому что оно серое. И, ну, не знаю, как-то брать тело от вампира розового цвета под синий. Мне не очень нравится. Сейчас мы его... Видите, такой мальчишка. Злой, правда, мальчишка. Есть, конечно, видно сильный контраст между серым телом Гаргульи и его синим телом. Будем надеяться, что Маттел все-таки выпустит для него тело. А так он довольно-таки неплох. Многие не любят мальчиков из Monster High, но этот довольно-таки мил. Такой красавчик. Это все. С вами был канал Комет Алекс. Пока.
Cleo denial, you so beguiled, even though